Мартов. Сегодня на нашем экзамене по принятию его в члены ивент-агентства «Мы счастливы». Отлично. Я, кстати, очень рад. Я люблю вообще быть во всех членах. Поэтому это очень здорово. Почему? Потому что все люди, когда открывают какие-то агентства, ивенты или никакие, это обязательно подразумевает членство. Ну, а членство вообще, ну, правит землей. Членство даже в ООН, ты чё? Ну, конечно, то есть это без вопросов. Скажите, вы член ООН? Нет, ну это не по моей части, потому что у меня немного другая профессия, к счастью. Вот, ну я так думаю, что им там здорово вообще всем. Да. Которые, вот. Скажи, Слав, ты можешь попросить нас сказать «Мы счастливы» на камеру? Мы счастливы? Это утвердительно. А с вопросом? А, с удивлением и с вопросом? С ужасом? С удивлением, с вопросом, это как? Мы счастливы! Ты сейчас утверждаешь, а надо как бы вот как бы, вот как бы удивляться. Ты спрашиваешь человека, мы счастливы? То есть, что это? Вот, типа, вот туда вот. А, мы счастливы? Конечно, счастливы. Подытожил Слава Мартов. Ну и, конечно же, пожелания должны быть какие-то, да? Степе, в первую очередь, и всем его мы, которые счастливы. Ну, конечно, я... Только без умника, без умника. Да, что-нибудь такое. Степа, никогда не... Степа, никогда, например, в агентстве не кури там в присутствии девушек там или что. Вот какую-нибудь такую вот гадость надо сказать ему, потому что все слишком хорошо. И так все счастливы. Ну, вообще, да, кстати, вообще я желаю Степану всего хорошего, потому что, ну, во-первых, желаю не курить в присутствии детей в агентстве, девушек, потому что, ну, нормально, сейчас жизнь вся спортивная и хорошая, и у Степана, я думаю, что все получится. Ну, это такая ситуация, что дай бог счастья, здоровья и всем любви, радости в этой ситуации, поэтому... Я желаю только продвижения и развития в следующих процессах. Вот и все. Это нормально. Мне часто в голову пришла мысль, если поставить «Мы счастливы» сначала соединить, а потом рубануть через три буквы пополам. Будет «Мы счастливы» такой. Част. Счастливы. Мы счастливо. Мы с доброй надеждой, типа мы с... Мы счастливы, доброй счастливо. Надежды. Счастливо, с... доброй надежды, да. Да, да, мы счастливы. Да. Прекрасно, спасибо. Ну, это хорошее соединение. То. Да. Потому что, ну, так, без вопросов. Да. Ну что ж, и, наверное, не будет лишним что-нибудь сказать доброго. С чем у тебя ассоциируется слово «мы счастливы»? Самое доброе на земле – это наша жизнь, потому что мы сами ее делаем. И солнце над головой всем, потому что если не будет этого нашего священного святилища, то ничего не будет. И не будет агентств, не будет членов. Не будет агентств, Стёп. Не будет Стёп. Меньшиковы. Стёп будет, но Стёпа не будет. Ну, Стёпа не будет. Стёп сам по себе всегда есть. И Славы Мартова не будет, и Сергея Мудрова тоже не будет. Да ладно, чего ж там Сергея Мудрова? И камеры не будет, и фонаря, да вообще ничего не и микрофона с YouTube. Давайте лучше сделаем так, чтобы все было. И ничего за это не было нам. Стёпа, имей в виду, мы счастливы. Это девиз тебе, чтобы ты это сделал всем нам. Потому что мы себя тоже учитываем в слове «мы», которое у тебя там написано «счастливы». Да. Степан, мы вместе! Мы вместе, Степа! Все нормально. Отдыхаем и развиваемся. Это наша жизнь. Это здорово. До новых встреч. Слава Мартов здесь, в клубе «Ротшильд». И с наступающим Новым годом. Да, с 2017 годом. 17-м. Пока. 17-м? Я и 18-м тоже. Ну хорошо, да. До новых встреч. Пока. И там повторяют. Что ж такое? Ну все. Нас все время это игнорят. Нет, все нормально. Это все здорово. Это значит, сам Господь Бог так видит. Он распорядился. Все окей. Кольцо.